Остановка клиники медуниверситета. Следующая остановка – школа. Трамвай следует по 24-му маршруту до станции Железнодорожный вокзал. Остановка – школа. Следующая остановка – восточный поселок. Уважаемые пассажиры, муниципальное предприятие «Грамвайно-троллейбусное управление» приглашает мужчин и женщин в возрасте от 20 до 35 лет на курсы водителя трамвая и троллейбуса. Вам гарантируется трудоустройство и стабильная заработная плата. Обращайтесь. Улица Коммунистическая, дом номер 8, отдел кадров. Остановка «Восточный поселок». Следующая остановка – Заводское шоссе. Остановка – Заводское шоссе. Следующая остановка – рынок. Остановка – рынок. Следующая остановка – улица Береговая. Остановка – улица Береговая. Следующая остановка – улица Фрунзе. Остановка – улица Фрунзе. Следующая остановка –
Улица Каховская. Остановка. Остановка – улица Каховская. Следующая остановка – площадь памяти. Остановка – площадь памяти. Следующая остановка – конечная. Железнодорожный вокзал. Остановка – железнодорожный вокзал. Конечная. Трамвайно-троллейбусное управление благодарит вас за то, что вы воспользовались нашими услугами. Остановка – площадь памяти. Следующая остановка – улица Каховская. Остановка – улица Каховская. Следующая остановка – улица Фрунзе. Остановка – улица Фрунзе. Следующая остановка – улица Береговая. Остановка – улица Береговая.
Следующая остановка – рынок. Остановка – рынок. Следующая остановка – заводское шоссе. Остановка – заводское шоссе. Следующая остановка – восточный поселок. Остановка – восточный поселок. Следующая остановка – школа. Остановка – школа. Следующая остановка – конечная. Уважаемые пассажиры, не оставляйте свои вещи в салоне трамвая. В случае обнаружения постороннего предмета не трогайте его. Сообщите об этом водителю трамвая. Завод ЖБК. Конечная. Трамвай следует по 24-му маршруту от завода ЖБК до железнодорожного вокзала. Уважаемые пассажиры, соблюдайте несложные правила дорожного движения и помните, у каждого из вас есть не только право на безопасную поездку в транспорте, но и обязанность, которую вы должны выполнять для сохранения вашей жизни и здоровья. Следующая остановка – школа.
остановка – школа. Следующая остановка – восточный поселок. Уважаемые пассажиры, муниципальное предприятие «Грамвайно-троллейбусное управление» приглашает мужчин и женщин в возрасте от 20 до 35 лет на курсы водителя трамвая и троллейбуса. Вам гарантируется трудоустройство и стабильная заработная плата. Обращайтесь. Улица Коммунистическая, дом номер 8, отдел кадров. Остановка «Восточный поселок». Следующая остановка – «Заводское шоссе». Остановка – Заводское шоссе. Следующая остановка – рынок. Остановка – рынок. Следующая остановка – улица Береговая. Остановка Береговая. Улица Береговая. Следующая остановка – улица Фрунзе. Остановка – улица Береговая. Следующая остановка – улица Фрунзе. Остановка – улица Фрунзе. Следующая остановка… Остановка – улица Фрунзе. Следующая остановка – улица Каховская. Остановка – улица Каховская. Следующая остановка – площадь памяти.
Остановка «Площадь памяти». Следующая остановка «Конечная». Железнодорожный вокзал. Остановка «Железнодорожный вокзал». Конечная. Трамвайно-троллейбусное управление благодарит вас за то, что вы воспользовались нашими услугами. Остановка «Площадь памяти». Следующая остановка – улица Каховская. Будьте внимательны, трамвай следует в депо. Остановка улица Каховская. Следующая остановка улица Фрунзе. Остановка улица Фрунзе. Следующая остановка улица Береговая. Остановка улица Береговая. Следующая остановка рынок.
Остановка – рынок. Следующая остановка – заводское шоссе. Остановка – заводское шоссе. Следующая остановка – восточный поселок. Остановка – восточный поселок. Следующая остановка – школа. Будьте внимательны, трамвай следует в депо. Остановка – школа. Следующая остановка – конечная. Уважаемые пассажиры, не оставляйте свои вещи в салоне трамвая. В случае обнаружения постороннего предмета не трогайте его. Сообщите об этом водителю трамвая. Остановка клиники медуниверситета. Конечная.